Дорогие друзья, всем привет! Мы сейчас, короче, играем с котом в дуо в ШД. Он с нами в Дискорде, поздоровайся, котяра. Всем приветики, друзья. Ребятки, короче, вчера я на стриме взял Шелли, это была моя роковая ошибка, я ее слил, не знаю, там, 50 кубков где-то слил. И я думал, ну все, это жопа, блин, я так не люблю сливать, вот это, когда апнул уже перса на 500, и потом сливаешь. Но я сначала пожалел, а потом обрадовался, потому что мы нашли такую топовую связку, реально очень крутое применение Джину, и я в шоке, что реально мало встречается таких связок, а это реально имбовое, мы сейчас вам покажем. Джин плюс Шелли, ребята, это топчик, мы вам сейчас продемонстрируем. Суть такова, он набивает ульту, притягивает любого жирного юнита, ну неважно какого, но если выбираешь покрупнее цель, сразу ты с банками на коне, короче, ну, это просто нереальная имба. Вот, и сейчас мы пойдем с ним катать. Ну, а прежде чем перейдем к теме ролика, давайте поговорим про спонсора. А спонсором данного ролика является компания 1xbet. Высокий профессионализм сотрудников, быстрая и качественная работа, а также множество спортивных дисциплин. Все это и многое другое, компания 1xbet. Но, ребят, прежде чем мы пойдем, я хочу вас попросить поставить лайк этому ролику, подписаться на мой канал, на канал Кота, ссылка есть в описании, и напишите в комментариях, какие связки вам еще интересны. Возможно, в 3 на 3, возможно, 2 на 2, возможно, в соло на какой-то карте. Но Кот уже давно играет, да я тоже, в принципе, немало, поэтому, возможно, что-то интересное, полезное снимем для вас вместе. Ну, желательно командный бой, конечно, если вам что-то интересно, какая-то связка. Вот, допустим, с Прима там, да, связку или еще с кем-то, пишите, набираем на этом ролике больше 5000 лайков. Сразу пилим совместку еще одну, какую-то крутую комбинацию. Все, я готов, поехали. Поехали, я вам сейчас просто... Блин, это жесть. Ну, на стримы вы вчера видели, ну, большинство. Кстати, если хотите быть тоже на стримах у меня, а стримы у меня каждый день, тоже ссылка в описании. Короче, ну, блин, много рекламы не бывает. Поехали. А что тебе... Что по факту? Хотел сказать то, что, ну, у Шелли тут самое главное по урону, самое главное для Джина, это просто набить... Для Джина только ульта. У тебя какой уровень, Джин? Давай без этого. Короче, он... Не, я к тому, что он не прокачан, и это все равно решает. То есть тут Джин особо урон не выдает, для него ульта, а все остальное за Шелли остается. Но это просто сейчас мы покажем, если у нас получится красиво все сделать. То есть это еще 500 кубков, то есть это нелегко, ребята. Это не низкие кубки, мы вам не на дно рейтинги играем сейчас. О, я добью, Давай, так смотри, Не-не-не, ты же не видишь Пайпер, стой. Шелли там что-то. Я подумал, почему Пайпер не хочу. А, жесть. Что? Давай уходить, я тебе умоляю, надо уходить, потому что там сейчас будут зажимать нас. Зачем? Ну я тебе отвечаю, Динамайк будет нам мешать. Мне нормально. Да он за мной, сука, привязался. Вот я его боюсь, и он за мной привязался, мудак. Он тупо мне не дает. Так не бойся его. Так я боюсь. Ну, блядь, он меня зажал! Он меня зажал! Ну, бля, ну что такое? Просто меня выбесил он. Живи. Да живу я. Сука, конченый Динамайк. Все, вот отвечаю, вот ульту прибереги для него. Я просто ему хочу оторвать его бочку. Он без банок, ну нахуй я там даже ульту не наберу. Опа. Ну что это было? Скажи, что это было, блин? Я думал, что он отойдет, блядь! Не матерись! Логично было, что он отошел бы. До видоса было лучше. Уйди, ну уйди! Все, вот тут стой. Меня больше Динамайк бесит, отвечаю. Боже, какие они настырные, да, тупо? Давай я тебя прикрою. Да не, уже не надо, в принципе. Меня тупо Динамайк бесит, отвечаю. О, нормально. Лол. Ой, бля. Есть притяжка, нету? Да, почти тут. Сейчас по булому стреляю. Давай, надо була, и у меня ульта, я сразу его вынесу. Но опять же, я хочу Динамайка. О, давай Динамайка, плиз, умоляю, умоляю, все, ради всего святого, Динамайка. На тебе, мудак, я тебе отомстил. Я ему отомстил. Все, топ-2, отлично. А бул один? Ну, уже не один, как видишь. Ну да, уже не один. У тебя ульта там 40, или как, бля, мне пизда. Я не успел. Почти. А я ультанул или нет? Не. Я, по-моему, не ультанул. Тебе показывается, что да. Ультанул, но не ультанул. Ну, о, три кубка осталось. Пацаны, я вам отвечаю, связка как минимум веселая. Ну, реально весело. Мне очень интересно играть, особенно вот это... сам вот этот процесс набиваешь и выжидаешь. Это как охота, рыбалка, как угодно называйте. Да. Ну, реально такой раз и сидишь же выжидаешь. Вот. Блин, ну это вообще, короче, сейчас я двери открою. Ребят, монтажа не будет, поэтому...
не переживайте, я тут за Ваню потащу. Так, тихо, блядь, это. Зачем ходить, гулять без ключей? Не понимаю. Знают, что я ютубер, что я могу записывать ролики. Я даже не успел пропиариться, что ты так быстро сказал? Жесть. Так, окей, поехали дальше. Это все не важно. Самое главное сейчас крутую катку сделать. О, еще интернет лагает. Классно, все, давайте, давайте. Еще вырубите мне свет, чтобы прям ролик не записать. Кстати, ролик уже давно собираемся записать. Никак не получается! Тихо. Видосы нахуй держи, а? Да-да. Ладно. А, кстати, заметь, если бы я записывал, у меня отключили бы свет, я бы так и записывал, потому что телефон. О, да, преимущество телефона. А ты же в курсе, есть такие аккумуляторы специальные, которые даже без света работают. Блок такой. Блок предохранителя. Ну да, я им не пользуюсь. Да блин, ну неужели меня не часто свет вырубает, поэтому тоже мне. Ты не хочешь, да, палиться? Нет, да зачем это в смысле? О, минут. А откуда он? Собирай, собирай, давай. Оба! Вот это было джекпот, джекпот. Иди ко мне, иди ко мне. Тут этот. Нет, ты ко мне. Тут у меня почти ульта. Окей, я иду. О. Так. Гости дорогие, так, сейчас записываю ролик, поэтому потише там. Так. Окей, там, короче, слышишь? Слушай, давай кого-то словим. Лови кого-то. Не, стой, 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 не лови, не лови. Надо, нам ниту срочно, нам надо срочно ниту. Я вижу, что там нита. Давай, лови ее. На, чуть-чуть. Не... Ну, ее убили, ее убили. По-любому сдохла, да. Кстати, если бы мы сейчас не помешали, он бы их убил. 10 банок? Шутка ли это? Я добью его. Нет, ну ты же добей, добей, брат. 2 хп. Все. Нормально. Но меня Мортис не вынесет, да? Ну, если у него есть ульта, и ты будешь выебаться, то он тебя вынесет. Так что сразу ультуй. Хорошо. Бля. Плохо, да? Очень плохо, Ваня, ужасно. Ладно, давай. Ужасно? Топ-1, Вася, все. У меня 500 кубков на Шелли. Ра-па-пам, 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 па-пам, ра-па-пам. Ладно, все, тихо. Давай теперь поменяемся. Давай, наконец-таки. Теперь я вкусу. Ух, вкусишь, да, ты сейчас вкусишь. Шоп, давай прокачай его на 7 уровень, чтобы было поимбовей. Ну вот сейчас пощады не будет. Блин, жалко, что эта карта пропадает, потому что я буду на стриме... Я бы на стриме с тобой поиграл, мы бы сейчас подняли, не знаю... Ну, много бы. Жалко, поняли. Что у тебя пассивки нету, потому что хилит. А, да-да-да, кстати, пассивки жалко, что нету. Ой, мне так непривычно после Шелли. Так. Ну да. Автоатака, кстати, у Джина какая-то очень кривая. Я не знаю, почему так. Может быть, из дальности основной атаки, ну, типа, там уже рассыпается старт-покер. За основной атаки, походу... Ты, Лё, вообще... Отлично. Нормально затащил. Так, ну что, давай вот эту бочечку заберем. На цели, подожди, ладно, похуй. Тихо. Не подпускаем динамайка. Они забрали, да? Ты забрал. Оба, офигеть! Забирай, иди. Подожди ты, осторожно надо. Лол, иди сюда, срочно. Ого. Ладно, все. Подожди ты! Блин, мне жопа. Понял, принял. Живу. Жесть. Ой, боже, что делать, да. что делать? Просто. Все, живу, у меня ульта есть. Так, но... осторожно, тут Леон. Да знаешь, Леон. Может, жируху подтянуть? О, давай я этого... Давай, Дина. Давай, оба, отлично. Вообще просто жесть. Офигеть! Просто я не могу, это просто имба какая-то, ребята. А, блин, этот козел меня вынет, красавчик вообще. Охренеть, просто жесть. Да, вообще, Фрэнк. Я балдею, пацаны. Ну давай, ты против Фрэнков там что-то умеешь, говорили? Все столкновение. А, Леон выжил, лол. Нормально. Ну блин, ну что он хочет, а? Леон, давай тихо. Да, он там, видел, да, его? Да. Давай, обходи. Давай. Где он? А вот оно. Вот оно. Шелли. Там Шелли. Да. Там Шелли, брат, ты что? Да я ладно, что, правда? Я же проиграю. А, 14 банок. Они реально надеются на то, что они могут выиграть? Ну, а вдруг выиграют, а? Ладно. Давай я сам тут растащу, все, смотри. Давай. Смотри, оп. Смотрю, а если бы у него ульта была бы, а? Да ну я же все предугадал. К
Где он есть? Блин, Леон козёл, что он такой жёсткий? Он, наверное, на одном месте стоял. Иди сюда, бра. Слушай, у тебя запись не шла только что? Офигенно, кстати, на скрин бы было. Плюс 7 кубков. Ну что, еще одну каточку, последнюю. Давай. Пацаны, ну, я не знаю, вы сами все видите, связка нереальная. Что можно еще подобное? С кем? Ну, с Булом, да, еще можно? Да какая разница? Шелли это самая жесткая краина. Да, я тоже думаю, что Шелли интереснее всего. Да, она вообще могла. А кто еще, блин? Может, кто-то еще? Ну да, блин. Бул, да, Бул не такой, там ульта говёная у Була. А вот Шелли, если вот грамотно сыграть, если реально два игрока будут, Джин и Шелли на скилле, пацаны, да это все это. Ну как все? Ну, конечно, все зависит от ситуации, если не зажмут там. Но очень имбовая связочка, очень. Бедный таракан, загоняли его. Да-да. Я знаю, что там Шелли. Да вообще, кто за Мортисов играет, пидоры вообще, я не знаю. Ой, бля, ты не знаешь, что там Шелли, походу. Не, я убил. Подожди, я сейчас... Не, про Мортисов шутка была. А то сейчас армия Лалью налетит. Такая армия там. Не, ну я думаю, сейчас у Лалью волосы стали дыбом даже там, где их нету. Я не знаю, за что, почему я думаю, блин, ну ладно. Ну, сами мысли в голову лезут, да? Да, ну я вообще не понимаю. Да я тоже, я забей просто, это... Просто говорю все, что думаю. Да заколебала это нет, она играть не умеет, мало того, что... Что она хочет, я не понимаю. С тобой, серьезно, она тупая, блин, я частенько сижу персонажей, но... Все, иди сюда, я сейчас словлю рыбку какую-то, давай, выбирай. Давай. Какую тебе рыбку? Да любого вообще, давай, кого хочешь. Не, не хочу любого, хочу кого-то интересного. Давай, вот давай, сверху. Давай само такого, который думает, бля, нихера, у меня много банок. Ну давай. О, Дэрил, ты... Иди сюда. Давай. А, это не Дэрил. Стой, ты, кстати, сейчас не балуйся, а то... Да я не балуюсь, нормально все. Они-то что, не с Мортисом разве? Капец. Просто хуй, бля, сука. Ты умер? Нет, живешь? Нет. А! Чуть-чуть. Ну, ну да, ладно. Нормально. Так, ты осторожно, там Леон подходит. Я боюсь, я не знаю, где он. Я боюсь. Просто стой, блядь. Пизда, живи, Кваня. Ну, ладно, я согласен, надо было не тратить патроны, я бы его убил, да? Да. Ну, ладно, ну ты сдох, я не виноват. Так много банок было. Там короче, блядь. Дорогие друзья, вот такая вот связочка. 3 кубка осталось до 500 Шелли. Ну, он сам их возьмет. Мне очень понравилась эта связка. Я не знаю, конкретно на этой карте, на любой другой, но это очень имбово, очень. Поэтому пользуйтесь. Эта карта еще будет 3 часа, да и в целом попробуйте на других картах. Но связка, я такой просто не видел связки еще. Может, уже вы смотрели где-то у кого-то на канале. Но я впервые эту связку, ну как бы не то, что открыл, да, что-то Америку открыл. Но просто смотрите, мы сейчас играем, таких связок нету. Это 500 кубков. И таких связок нету. Почему с Джином имбово здесь играть? Спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, колокольчики. Подписывайтесь на наши каналы и пишите, какие вы еще тактики связки хотите. Всего вам хорошего. Всех обнял, целую и жду вас на стриме. Пока. Да, переходите там, короче, на мой канал, смотрите следующий видосик. Пока. Все, пока.